Hi, Макс, я желаю тебе успехов. CyberMax Digital представляет CD Bonaparte проект Single Antipod. Вот такое издание. Вот я. Получилось так, что я обложку сделал быстрее, чем он свожу. Еще не сводил. Сейчас вот буду сводить. Вот так. Ну, такой простой вариант. Вот. Одна тема тут. Вот. Это каталожный номер CMD-061. Вот, Bonaparte, вот, CyberMax Digital и Antipod, вот диск. То есть я еще его не сводил, то есть уже как бы сделал все для него, подготовил. Сейчас будем сводить. Вот. Так, вот я уже почистил от шумов, сейчас удаление щелчков и треска. Это вокал. Сейчас в программе SoundForge почищу. Вот, сейчас это мы дело сделаем. Вот, готово. Сейчас проверим. Нормально. Так, безымянный. Так, где у меня там папочка? Для монтажа клипа, свести. Что сводить много, что надо? Ну, пока это вот. Сейчас мы тогда его по-другому обзовем. Вот, один назовем его. Вот, опа, туда его, сейчас. Раз. Годится. Можно другой попробовать обработать. Не, может и не надо. Сейчас попробуем. Вот эффекты. Вот, мульти. Сейчас вот хорус реверберацию поставлю. Попробую вторую часть. Вот тут так. Возможно и пригодится. Вот это сводить, если ты знаешь, что ты хочешь, очень легко, в принципе. О, так что-то не очень получилось. Хорошо, ну ладно. Тихо. Нормально, покатят. Это будет у нас два. На всякий случай. Не факт, что я его буду использовать, но посмотрим. Так, вот. И теперь тема, понятное дело. Вот они эти. Удаляем нафиг ненужные вот эти бока. Вот, и сейчас. Че? По адресу, ну ладно, нафиг то фигня. Так, ну я свожу в Audacity прога. Тут можно и шумы чистить, и что угодно делать. Так, вот у меня файл 1411 килобит в секунду. Эти по вот безымянные тоже 1411 килобит в секунду, а вот вокалы я вот сейчас 2116 килобит в секунду. Вот они. Так что сейчас я буду это все дело. Так, вот сейчас сначала сам микс. Саму тему сейчас сюда вбухаем. Да, этот микс был записан давненько уже.
Ой, сейчас вокальчик сюда один, второй не знаю, буду использовать, не буду. Посмотрим, как он там получился. О, ну, вокальчик придется, наверное, усиливать. Сейчас мы дорожки синхронизируем, наверное, да? Этот вокальчик сюда засунуть, как он будет вообще ложиться. Он вообще тихий. Ну, попробуем сейчас его. Намного прикольнее звучит. Нормально.
Отлично.